Ищите что-нибудь к чаю? Овсяное печенье Посиделкино. Теперь еще вкуснее. В нем стало на 15% больше натурального шоколада, цельного изюма, ароматного миндаля и лесного ореха. Посиделкино. Любимое овсяное. Just how I'm feeling. No, 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 yeah.
Видел свою фотку и помню. Видите, как я встал. Вообще. Три. Я умею. Чтобы, знаешь, как я не знаю, что это хорошо. Надо Диме сказать. Чтобы там лезть? Надо, я думаю, не догадается. Он выставляет наши фотки и потом говорит, да вы прекрасны. Я говорю, да действительно. Давай, давай, там были где козычка? Он
там был быстрее. Все, я пошла туда сама. Ищите что-нибудь к чаю? Овсяное печенье «Посиделкино». Теперь еще вкуснее. В нем стало на 15% больше натурального шоколада, цельного изюма, ароматного миндаля и лесного ореха. «Посиделкино». Любимое овсяное.
Да, давай, хорошо. Как я летела в самолете под эту песню вообще. Утром ранним сходило солнце. Я на двух креслах на кожаных развалилась, накрылась. И в наушниках, а мне еще кофе горячий с бутиком, и я такая просто. Я считаю, что это один из лучших песня, саундтрек к фильму. Правда, это вот прям. А я не знаю, сколько это фильм. Битборн. Битборн. По-моему, это она. Да. Я просто закрываю глаза и перед самолете, а самолет очень маленький, из которого кресло вот так вываливается. И кожаные сиденья вот эти, и там пол самолета пустые, и я просто такая... А, нет, это не... Нет, он тоже маленький, по два места, два ряда, по два места. И все равно, он не пустой, мы с ним летели, я как-то разбиралась, пледиком. Горячий кофе, этот бутик вкусный просто, и наушники. Ищите что-нибудь к чаю? Овсяное печенье «Посиделкино». Теперь еще вкуснее. В нем стало на 15% больше натурального шоколада, цельного изюма, ароматного миндаля и лесного ореха. «Посиделкино». Любимое овсяное. Или это сборная Бразилии? Я сейчас отразу.
Китая выиграли. Сразу в России тоже были. Главное, чтобы не все игры.
дедушки уже старые прыгают по сцене, они так... Ну ладно, дедушки. Ну... По телеку показывали этот Rolling Stones концерт в клубе. Там вообще с них песок. Не то, что песок там, но они вообще настолько крутые. Они просто... У меня Ленка лет 10 назад ходила на Ози Осборн, но сказала, что он уже никакой. Я не представляю, что он сейчас вообще что-то не там. Вот сейчас был концерт. Чтобы она обрушилась или что? Я ее по всем кнопкам привязал. И, за все, что можно, кто-то столько привязать. И снова кабель сломался. Рыбакова. Это Рыбакова? Да, Рыбакова зафигачила прямым ударом в штекер. Забрал у меня призы? У нее заберешь. Да. Будет холодно. Да, что такое? Винца вот так. Не хочу. Водочки? Нет, отстаньте от меня. Чайку не купили? А надо было? Давай! Я не хочу. Кстати, череп ничего был. Правда, все-таки вода не такая теплая в куле. Я тоже не люблю горячий, но такого не надо прям. Что еще надо? А там чайник есть. И такая... Да не горячая. Она не успевает нагреваться. Нет, там просто она уже не греет больше, там, 80 или что-то такое. У нас на работе стоял, все пили оттуда, я не могу, холодный. Вот бабушка еще в детстве приучила, а терпеть не могла. Чуть-чуть остынет, все, она уже спит не может. Я даже не понимаю, как люди вот очень горячий, вредно пить. А я не могу, я не напиваюсь тогда. Я суп не могу холодный есть, еду не могу холодную есть. Я люблю, чтобы вода была или холодная-холодная, или чай горячий. Нет, я не люблю суп. Ого! Я смотрю каналы на Ютубе, слежу за публикациями, это то, что мне...